Космическому скульптору сегодня исполняется 85. Поздравления с юбилеем принимает народный художник Беларуси Иван Миско. Мастер не расстается с любимым призванием уже более полувека. Его авторству принадлежат скульптурные портреты известных исторических личностей. Но главной темой всегда был и остается космос. Иван Миско запечатлел в бронзе Юрия Гагарина, Петра Климука, Владимира Коваленко, Алексея Леонова, Георгия Берегового и многих других космонавтов из десятков стран. Даже в празднике художник не привык отдыхать. В его мастерской кипит работа одновременно над несколькими портретами. Сейчас он трудится над 50-м экипажем Международной космической станции, в составе которого его близкий друг Олег Новицкий, а также астронавты Пегги Уитсон и Тома Песке. Когда это будет завершено? Я думаю, что когда завершится космический полет и когда весь экипаж уже вернется с космического полета. Поэтому на сегодняшний день у меня синхронность с МКС, они там на борту, я здесь на земле. И поэтому мне мысленно так хочется полететь туда, и о том, чтобы с натурой там еще немного поработать. Известный скульптор по-прежнему полон планов и идей, большинство из которых связаны с любимой космической тематикой. Сейчас Иван Миско как раз готовится к персональной выставке, которую специально приурочил ко дню космонавтики.